Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Ассасин, Стаканчик, Фишмен, Рекер, Данжен Черри, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Здравствуйте. Сегодня у нас очень крутая карта, потому что она полностью разрушается. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а у нас выживание, я буду за сиреноголового. Пацаны будут прятаться в здании, которое разрушается. Погнали. Кстати, мост, который я иду, тоже разрушается. Кстати, чё мост не поломался? Ломайся, давайте проверим, кстати, ломается мост или нет. А потом уже и пацанов замочим. Кстати, я первый раз играю в карту, которая разрушается. Отлично, отлично, мне это нравится. Кстати, смотрите, как круто. Я чувствую себя каким-то мощным человеком. Пацаны, забегайте в здание. Ого, мост, ты куда по... Летающий мост, не летай в небо. Вы уже в помещениях? Да. Погнали, сейчас я, пацаны, вас... Кстати, давайте перед тем, как ломать, я вычислю, где вы находитесь. А в этих помещениях нормально места хватает? Да, да. Кстати, что это здание висит в воздухе? Я вообще не понимаю, что происходит. Всех уже сломает. Так, как пройти? Давайте пролетим. Поломаем, давайте. О, кстати, давайте возьмем другого сиреноголового, потому что вот этот может вроде выпрыгать, не? По стенкам может лазить? По-любому в этой башне кто-то. Ломаем. Отлично, у меня получается. Чувствуется крушителем. Пацаны. О, иди сюда. Иди сюда, Фокси. Ты что там прячешься? Что-то ломается. Вот это... Ой-ой-ой. Ах ты зла... Я должен убить тебя. Убил, убил. Фишман, красавчик. Выживай дальше с пацанами. Потому что на этой карте очень большая задержка. И у меня даже 120 кадров должно идти, там их имя не пахнет. Но очень играбельно, все четенько, на записи вообще будет идеально все. Я хочу завалить это здание. Как его завалить? Че оно не падает? Принципиально. Не падает, вы представляете? Я, кстати, тебя видел. А где ты, где ты? О, это аптека. О, вижу челик, а ты че там сидишь? Выходи, подлый трус. А это же тебя замочить. Эй. Офигеть, вся карта ломает. А если я просто буду бежать? Нет, не ломается. А на правую кнопку мыши могу? Я могу лазить! На правую кнопку-то мыши. Ладно, пацаны, давайте, я полез. На самый высокий небо... А вы что друг друга... Пацаны решили самоубийство сделать. Че друг друга убить? Я лезу. Я сейчас, короче, это здание буду валить сверху. Так. Знаете, что мы в конце сделаем? Мы эту карту взорвем. Только я это сделаю очень красиво из центра карты. И, скорее всего, бомбу мы положим изнутри в доме. Я не понимаю, я здание дамажу или нет? Отлично, я пробиваюсь сквозь этажи. По-любому тут кто-то еще сидит. Так, ломайся. Мне не рассказывается, я урон не наношу, но наношу. Это сейчас что получается? Останется одна коробка. Эй, вы чего? Ой, круто! О-хо-хо, вот это я не ожидал, что так... Ребята, вы видели? Ха-ха, башня, одец! Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день и стараемся записать что-то очень крутое, вот как сейчас. Блин, ну реально же круто, в Гаррисмоде можно сделать всякие крутые вещи. Например, убить подписчика. Ты зря, это зря. Убил. Я могу? А я не могу лезть. Ты не появляйся здесь? А, вы там появляетесь? Давайте на это здание залезем, тоже его поломаем. Лезет, лезет, псих. А я всех убил или есть такие люди, которых я еще ни разу не убил? Я. Ты что? Что ты говоришь? Димас, мне тут челик помог забаррикадироваться. А где вы? В каком-то помещении, да? Тут стенка сломана, нас видно, и вторая сломана. Спасибо огромное. Эй, я иду к вам. Не-не-не. Так как это не-не-не? Я хочу, да-да-да. Я вижу тебя. Это не я. А кто ты? Как же это здание? А давайте попробуем стенку, если будем ломать. Все-таки, мне кажется, я его сейчас разломаю. Вот давайте, давайте, ломаем. Тут, вот это, кажется, зарушится. Ты даже и тупо ломал. Все ломается здание тут. Очень крутая карта, реально круто. Плохо я не могу взять машину и лупануть. Эй, я же поломил эти штуки.
Ничего не понимаю, я же должен разру... Эй, физика, работай в Гаррис Воде хоть когда-то. Ты, кстати, убежал. Почему здание не падает? Пацаны, оно в воздухе висит, да? Ломайся, здание. Что делать, если оно не ломается? Короче, давайте. Нет. Мне вот интересно, да есть кто-то в здании или нет? А вот давайте отсюда. Нет, никого нету. Здесь. Вот тут по-любому кто-то сидит. А, наверх же никак не забраться. Ой, все рушится. Вот челик. Эй, ты что бегаешь тут без спросу? Я псих. А, можно быстро наносить удары и не ждать, когда анимация сработает. Отлично, я его разрушил. Блин, ну классно. Пусть даже так, но для Гаррис Воды это довольно-таки неплохо. Почему бы и нет? Ты мой дом сломал. Так кто это твой дом? Твой дом знаешь теперь где? Вот он на поле. Я так понимаю, там тоже что-то есть и можно поломать. Сейчас мы раз... Эй, собадла. Собака. Челепиздрик, иди сюда. А, я тебя убил. Я, получается, уже псих-убийца. Давайте другого сиреноголового возьмем. Может, этот больше урона наносит? О! Я могу быстро крушить здание. Вот какой. Ребят, ой-ой-ой-ой-ой. Вот это псих. Я могу быстро крушить здание, смотри. Ай. Что происходит на этой карте? Вещи летают. Мне нравится. Нет, не помню. Сейчас это здание разрушится. Я реально хочу все... Отлично. Почему стенки не просто... А я думаю, почему они делают карты разрушительные, но большие? Так потому что они просто не потянут. Гаррис Вод не выдержит. Вот вы все. Я нашел ваше убежище. Убийца в городе? Вы чего? На. Я надеюсь, ваше здание вам убьет. Красиво. Всех прихлопнуло. Вы видели, ребята? Круто, круто, круто. Вообще, это сирена... Давайте, кого мы еще не... Вот этого не брали. Получается, получается. А если мы возьмем вот этого? Пробиваемся сквозь здание просто. Ой-ой-ой, что творится? Мне нравится. Бегу. Ломаем, ломаем все здание. Я хочу вот это завалить. Мне кажется, вот это будет очень эпично падать, так как оно большое. Так, и по моим мнению, вот это самый разрушительный. Он самый разрушительный, даже протестили на разрушение. Смотрите, какой быстрый урон я наношу. Сейчас оно упадет, сейчас. Почему оно не падает? О, стеклянная кабака. Сиреноголовый в городе, пацаны. Пробиваемся, пробиваемся сквозь здание. Бьем, просто урон моментальный. Все, это здание падает. Красиво прихлопнуло всех. Последнее здание такое, что именно еще держится. Машина в воздухе. Отлично, мне очень нравится. Крутой сиреноголовый. Просто эпический. Падай, здание, падай, падай. Мочи всех. Те, кто рядом, оно мочит. Ой. А что это было? Пацаны, пацаны, сейчас будет что-то очень красивое. Давайте сразу жахнем, так жахнем. У нас есть, допустим, бомба, которая имеет именно очень колоссальный разрушительный эффект. А, да. Ребята, улетайте. Вы улетели? Да. Я, короче, включу бессмертие нам всем, чтобы мы не умирали. Здание взорвалось, бомба нет. Ой-ой-ой. Хочу подальше отлететь. А чё ж я умер, если мы не должны были умереть? Чё-то не сработало. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!